Раз, два, три. И все пошли работать. Мы начали новый проект, только почистили. Здесь много очень дверных проемов, очень много разных нюансов. Ну, как бы такая простая работа, но все равно нужно осторожно, чтобы не накосячить. Обойдите, посмотрите. Выставили маяки. Вот посмотрите, насколько их много. Если взять первый дом, там буквально раз-два я обчелся. Сейчас же очень много колонн, очень много маяков необходимо. Очень легко по маякам класть угловые камни, колонны или просто стены, когда нету всего материала, когда нету порогов, когда нету откосов, когда работа делается, так сказать, модерно. То есть старое совместно с новым. Прошлое и будущее. Все заложено здесь, потому что дом строится по самым современным технологиям, так как здесь используется пеноплекс, кирпич, раствор, известь, цемент. Даже вот маяки наши тоже железные. Все по современным технологиям. Но внешность дома будет смотреться с 300-летней историей. Он будет смотреться как старый. Он будет смотреться как уже очень долго и много здесь стоит. И здесь, как я понимаю, насколько возможно, весь бетон будет закрыт, чтобы вообще бетона не было видно. Чтобы это смотрелось с 300-500-летней средневековой историей. Когда это будет уровень этого дома? Смотрим, как это делаем. Мы строим так, как мы учимся работать. Мастера учимся, потому что тот уровень, который я вам, те знания, которые я вам преподаю, вы их нигде не возьмете. А у нас их получите просто. Обучиться обрабатывать или класть камень за один день вы никогда не научитесь. Вы даже за годы не научитесь, проработая 5-6 лет, на тот уровень можете не выйти, на который уже вышли мы, мои мастера, которые умеют работать с камнем, которые могут подтвердить свой статус. Я говорю честно и откровенно, если кто-то есть на хорошем уровне, то есть умеет что-то делать, я приглашаю вас работать совместно, потому что мы скоро будем строить не только дома, а и города. Поэтому будущее, ваше будущее, камень, оно связано со мною. Вы можете на наш сайт подавать заявки, мы их все рассмотрим, и, возможно, кто-то вас будет нанимать, но в первую очередь мы берем для себя, потому что нам нужно работать. Не только с албанцами, не только с греками, но и русскоязычным населением, так как наша участь и там, где вы сейчас, в России, Украина, и весь русскоязычный мир, это наш мир, потому что мы будем строить, потому что мы будем восхвалять ваши дома, ваши недвижимости, и вы будете с нами богатеть, потому что земля, на которой будем строить мы, она будет расти в цене. И вы это будете видеть, как криптовалюта или какая-нибудь другая валюта. Стройте из камня.